Театр – это когда люди выступают. Это когда приходят в садики и школы всякие люди, они переодеваются и всякие театры сдают. Это, ну, где там показывают кукольный театр, театр теней, разные театры есть. Там костюмы одеты, шторы закрываются, минут две прошло, открывается уже другой сезон. Ну, в другом месте уже. У нас были театры «Дерьмовочка». А это про что? Это как девочка из цветочка выросла. Ну, там выступают люди, приезжают какие-то знаменитые люди. Это люди, которые, ну, просто принарядили всяких, ну, непонятных. Там принцессы поссорились, потом... Одна принцесса улетела. Мне понравилось, что лягушки дерьмовочку украли. Мне понравилось там, что Золушка вышла замуж. Это самое последнее было. А так шло очень долго. Как выступают люди, и хотел немножко от них отучиться. Ты сам хотел бы играть в театре? Нет. Почему? Потому что я и так уже много чего учил, и мне еще не хватало учить, что не говорить надо. Возьмут, я, конечно, соглашусь. Не будут брать, я не буду напрашиваться. Ну да, я уже в саду солист. Там директора, заместители директоров в первом ряду сидели. Я видела волков. А волки – это артисты? Да. Но такие артисты бывают. Красные шапочки, свежий след, будет к вечеру обед. Они такие настоящие волки, только они воспитанные. Я стал добрым. Бис, браво, браво! Лопали потом, когда мы финальный танец танцевали. Не, надо не стесняться, это самое главное. Надо как бы позитировать. Потому что они молодцы. А те артисты, которые сделали с ошибкой, им не надо ничего дарить. Театр взялся, просто придумали, чтобы дети радовать, и театр придумали. Ну, чтобы люди смотрели и деньги давали. И закончилось у нас там театр. И все было долго и счастливо.